Всем привет, с вами Габзор.ком, и сегодня в центре внимания у нас мультиварка с Марусей и Алисой, поддержкой этих, точнее, голосовых помощников. Это Polaris 0524 Wi-Fi IQ Home. Сегодня мы поделимся опытом ее эксплуатации. Эта модель интересна тем, что она стоит недорого, и ее стоимость сопоставима с моделями, которые тут без Wi-Fi модуля. И как раз можно будет попробовать эту технологию. И интересно даже не только с возможностью интеграции в умный дом, ну и, например, в приложении есть большая база рецептов, все это отсортировано, и каждый рецепт адаптирован конкретно под эту мультиварку. Очень удобно. Ну, в комплекте также есть и классическая книга, тоже 150 рецептов, тоже под эту конкретную мультиварку они заточены. Помимо этого, комплект включает у нас контейнер для готовки на пару, кабель питания, есть у нас лопатка, ложка и мерный стакан. Выполнена в форме цилиндра с оптимальным соотношением занимаемой площади и объема. Это упрощает последующее хранение для удобства переноски с места на место. На крышке есть ручка с широким хватом. Она же используется для открытия, собственно, крышки. Есть механический фиксатор, и также на крышке можно обратить внимание на клапан сброса давления. Боковая часть корпуса серебрист, нанесен геометрический рисунок. Общий внешний вид аккуратный, технологичный. По центру лицевой панели выведен цифровой дисплей, он используется для выбора режимов, включение отложенного старта, а также для контроля оставшегося времени готовки. В два ряда размещен список с доступными режимами готовки, 12 базовых режимов и есть еще режим «Мой рецепт плюс». По краям от экрана 8 механических кнопок управления, маркировка нанесена на сами клавиши, кнопки удобно нажимать. Комплектуется мультиварка съемной чашей с антипригарным покрытием Daikin, а верхний край ее расширен для удобства извлечения. Но в старших моделях там еще были ручки, здесь этих ручек нет, поэтому здесь все равно придется использовать, например, ту же салфетку из микрофибры. На боковой грани есть риски от 1 до 3 литров, шаг пол-литра, и для смешивания и переноса готовых блюд в комплекте предусмотрели сразу ложку и лопатку. Также владелец Polaris 0524 сможет готовить на пару, комплектный контейнер идет из белого пластика с перфорацией на дне. Внутренняя камера из металла, на дне нагревательный элемент, кабель питания у нее съемный. Комплектный шнур длиной 1 метр. Здесь есть Wi-Fi модуль, он в паре с приложением IQ Home позволяет владельцу проводить дистанционное управление устройством. Покупка дополнительных устройств для подключения не требуется. Процесс первого сопряжения занял 2 минуты. После завершения подключения приложение предложило актуализировать версию прошивки. В окне управления можно посмотреть текущий режим, данные таймера и температуру. С экрана приложения можно запустить интересующий режим, подогрев, включить защиту от детей, таймер или отложенный старт. И вы легко сможете приготовить вкусное блюдо на расстоянии, нужно только заложить продукты заранее. В разделе «Мой рецепт плюс» можно создать свой рецепт, сдается до 9 действий, и каждый из них со своими температурными временными настройками. Есть встроенная книга с рецептами от поваров журнала «Гастроном». Рецепты отсортированы, есть поиск и возможность добавления в избранное. Каждый рецепт проиллюстрирован и подробно описан. Помимо этого есть интеграция с экосистемами от Яндекса, от Mail.ru, и такая интеграция позволит управлять мультиваркой с помощью голоса. Вы просто сидите в кресле, даже не доставая смартфон, включаете подогрев, например, ранее приготовленного блюда, или запускаете готовку блюда, ингредиенты для которого были заложены заранее. Это на самом деле очень удобно. Мощность мультиварки тут 750 Вт, а температура регулируется в широком диапазоне, держится точно. Но учитывайте момент, мощность 750 Вт, она не даст полноценно жарить. Здесь лучше, если для жарки, выбирать модель помощнее. У нас они были и тоже от Polaris. Закреплю видео, ссылку на аннотацию. Также здесь есть у нас возможность готовить разные блюда. Мы готовили, например, кашу из киноя, крупу предварительно просеиваете и переносим в чашу. Здесь есть режим крупа и на нем готовим. За ней не нужно следить, в отличие от кастрюли, она не пригорает. Получается рассыпчатый, вкусный. Готовили более сложные блюда, например, фасоль с курицей. Здесь два отдельно, это гарнир и, собственно, заправка. Это фасоль тоже на... Как раз мы здесь использовали режим жарки, фасоль, масло и соль. Далее отдельно готовили уже курицу и там добавляли овощи. И тоже получаем здоровое блюдо для, собственно, перекуса и обеда даже. Также готовили на пару, это вареники с помощью контейнера. Контейнер объем позволяет готовить как раз на одну порцию. Поставили, приготовили, дальше можно или перенести, например, готовить дальше. А также готовили варенье из яблок, тоже нарезаем, добавляем сахар, периодически помешиваем, есть отдельный режим для этого. Как итог, получаем мультиварку с Wi-Fi модулем, с голосовым управлением, с базой рецептов,
Ей можно полноценно управлять с помощью встроенных клавиш, и она будет интересна не только тем, кому хочется попробовать новые технологии, интегрировать бытовой прибор в общую экосистему, но здесь можно полноценно пользоваться данным мультиваркой по прямому, собственно, управляя кнопками. Из особенностей как раз отмечу мощность. Если нужно часто жарить, то берем модель помощнее. У нас такие модели были. Например, Polaris 0526 та же. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.